Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас очередной коллекционер. Мы на аккаунте моего подписчика Андрея. 250 тысяч силы у него уже. Аккаунт бездонатный. 93 тысячи накопленных самиков. Думаю, неплохо, неплохо. Так, ястребы. Босс 3 21.00. Босс 5 21.30. Атака фортов 20.00. Телега, багажка. Все на экране. Кидайте заявочки, вступайте, первые, вторые, третьи места. Окей, поехали, посмотрим, что у него делается по героям. Так, Некросвольд, понятно, Фрея, Командора, Ледяной Феникс, Риббит, Цура, Рогатка Бугимар. Ну, сложновато будет что-то интересное вытащить, но я надеюсь, мы вытащим Ледяху. Такой вот у нас коллекционер, ну такое, не знаю, люди хотят, я ролю, дело лично каждого. Так, смотрим, что у нас, стойкость, ну хорошо, хоть не прокачанная, отлично, ремка на укроте, наверное, он такой выпал. Так, Анубис, Ронин. Так, Фрейка. Неплохо, неплохо. Как до без доната, я вам скажу, очень даже прилично. Тыковка нуждается в талантике. Так. Ну и столько героев. В принципе, неплохо. Так. Ну что, поехали. Начнем издеваться над его аккаунтом. Let's go. Посмотрим, когда нам там придет Ледо Феникс. Ну, студеные падают. Это уже радует. Афинка. Сноу. Ну, хоть вытащили. Собрали часть коллекционера. Так, ниндзик. Ведьма. Опять ниндзя. Интересно, интересно. Химка. Еще одна финка, ну блин. Варлок, ну как-то... Че за фигня, че за одни ниндзи сыпят, это че за аккаунт такой? Че за подстава? Цукуб. Я. Ну, где? Это просто жесть. Ара. Ну, отлично, ара для скина. Сердцеедка, укротитель. Вот, все, понеслась. И тут понеслась. И нифига не понеслась. Ну, я не знаю, посмотрите на эту породу. Походу, до 60 и пора. Рино, но он здесь не нужен. Пора уходить. Седна. В рейдик. Блин, жесть. Сколько мы хоть слизней собрали? 30к. Каких 30? Да, за 30. 33к. Ну, что-то такое себе. И я бы не сказал, что особо круто. Но... Пробуем дальше. Ну, конечно, героев тут не особо много надо, но аккаунт очень крутой. По героям вопросов нет. Да без доната вообще просто топчик. Так, студеный. Просто жесть. Все, короче, ребят, всем удачи, всем пока. Я, короче, пошел просто водички попил. Вы пока поставьте лайк. Подпишитесь на канал и порадуйтесь за пацана.
Ну, тут такие все, он что, в парашу ходил? Да, ребята, я ходил в парашу, чтобы слить рандомчик этот. Так, ну что, поздравляю, у тебя, блин, обалденный герой есть, ты его запрашивал, пожалуйста. Поехали дальше. То чувство, когда надо было просто сходить в парашу. Так, Влад Дракула. Драка с Дед Мороз, сердцеедка. Ну, уже, конечно, можно смело ролить, не заморачиваться. То, что он хотел, мы ему уже достали. Это самое главное в роллинге. Рыцарь, Королева Гарпий. Какой рыцарь? Студеный, конечно же. Так, ну, я думаю, мы там уже собрали, наверное, и тыковку вытащили. Андрей. 13-15. Как видите, немало. Так, ну все, собрали мы ему наконец-то. Отлично, кубчик. Супер. Кендюшка. Индюх. Паналадин. Студеный. Да, ребят, это Рождество. Ну, блин, я надеюсь, мы ничего-то забрали. Еще второй есть, ну что, поздравляю. Я надеюсь, ты его не пустишь на повторку, потому что это будет очень жирно. Даже я себе такого не позволяю. Герой реально обалденный, поэтому можно пару сборок для него делать смело. Круто, поздравляю. Надо было обратно сходить в туалет. Так, 28К. Две ледяхи. Дед Мороз. Так, ну что, давайте по 150. И все правильно я сделал, по 150. Это была Командора. Так, надо имба. Имба, я сказал. ПБшка. Ну, нормально. Пошла жара. Так, следующая имба. Кто у нас будет? Давайте делаем ставочки. Надо бочка надо. Сноузила, ну, я сказал бочка. Где бочка моя? Да что это такое по 150? Ну давай. Так, короче, выбиваем третьего ледяху. Ну, пожалуйста, вот, просто эпик. Че, поздравляю, коллекционер, у тебя практически весь собран по топчику. Дракос. Это просто нечто. Круто, без донату иметь таких героев. Так, надо кого-то бугимена, кого там нам еще не хватало. Ну, Дракос нам не нужен, Дед Мороз, Душек. Бум, бум, бум. Так, надо попшикать. Пш-пш-пш. Блин, что это за Дракосы? Вот только хотел сказать, вангую, сейчас упадет имбище и стрелок. Просто кайф. Да, к сожалению, третьего мы Лазуликса не вытащили. Это, конечно, был бы эпик. Я даже у себя столько не вытаскивал. Максимум 2. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали. Собирать награды. Let's go. Получить все. Собрать. Так, окей. Это есть. Так, хорошо. Поехали. Откроем хоть одного. Порадуемся. Бум. И Командоры, по-моему, у него нет. Если я не ошибаюсь. Так, смотрим. Ну, просто супер для бездоната. Очень круто.
Так, поехали посмотрим, что там у него за талантик. Да, две ледяшки, это, конечно, пятая водушка была бы, это, конечно, было бы очень круто. Так, коробочка. Бум. Я думаю, так вот можно ставить делать. Поздравляю. Что там? Что там у нас на командоре замедление? Офигенный роллинг. Пишите комменты, лайки, репостики. Все как всегда, все как обычно. Телега моя есть под описанием. Как со мной связаться, ВК тоже есть под описанием. Всем удачи, всем пока.